Здравствуйте, хотела бы поделиться радостной новостью. Как я и говорила, закончились одни скидки, начались другие. На iHerb у нас акция, 10%, еще дополнительная 10% скидка до конца года, так и называется, Year End Sale. 10% по коду Year End 10. Если у вас будет заказ свыше $40, то вы сможете получить дополнительную 10% скидку помимо скидки по купону SJS024. Я под видео поставлю ссылочку, по которой, если вы перейдете, у вас окажется в корзине сразу два этих купона. И если вы перейдете по ссылке, готово, вам ничего не надо уже вводить, у вас вот так будет выглядеть. Внизу корзины будет, где ввести Enter-код, надпись. У вас уже будет мой купон на скидку 10%. И еще у вас вот этот код YearEnd10 тоже будет в корзине. Но смотрите, чтобы сумма ваших товаров была свыше $40. Тогда этот купон будет работать. Так что iHerb нас продолжает радовать. И скидки продолжаются. Действительно, все хорошо. Смотрите, что сейчас новенького. Смотрим, у нас скидка дня сегодня. Она действует до среды, до завтра, сегодня вторник у нас, до 14 получается декабря. За 4,99 можно взять от California Gold Collab. Это сироп такой, он как для иммунитета, подходит для, ну, против кашля, может помочь верхние дыхательные пути, работает. В составе здесь пеларгония какая-то, в общем, коллаоба. Вот сейчас за 4,99. И что еще интересного по скидкам? Продолжается скидка на wellness формулу. $20 она стоит. Вам будет скидка на нее. Вот она, если ее положить в корзину, смотрите, заходите на вот wellness формулу. Ссылку оставлю под видео. Вы можете взять комбинированную скидку. Вам получается, что вы, если нажмете добавить в корзину, она у вас в корзине будет за $20, и за 57 центов вы получите самбука, экстракт черной бузины, тоже для иммунитета, 240 миллиграмм получается, за вместо $14, 27 центов, за мы ее получаем за 57 центов. Как бы и сама wellness формула очень такая мощная по форме, все никак я ее не закажу. Хотела бы тоже попробовать, не могу сказать ничего по действию, но состав здесь очень, как бы, все, что мы отдельности покупаем, здесь все есть, не надо в отдельности покупать и паударка, и имбирь, и экстракт грейпфрутовых косточек, и бузина, элеотера кок, корень девисила, в общем, очень много по травам, по витаминам, здесь витамин А есть, витамин С, витамин D3, цинк, селен, медь. В общем, такой классный состав, насыщенный. Довольно популярный такой препарат. Его уже все на сайте попробовали. Все знают, только я, по-моему, еще не попробовала. Что еще интересного по скидкам? Я рассказывала, сейчас напомню. Кстати, об этом я не рассказывала. Есть такой у нас раздел. Тоже дам на него ссылку. Вот я сейчас в нем нахожусь. Если нажать вот сюда на Daily Weekly Special, здесь получаются все скидки. Вот этот раздел сейчас я его наведу. Вот он. Daily Weekly Special получается. У нас еще сейчас идет скидка, 20% такая скрытая скидка, которая на сайте не сильно здесь вы ее найдете, на кисти и спонжи. Вот. И вы сейчас Real Technique сможете и другие марки, там и Катулс, и другие, заказать с 20% скидкой. Его тоже очень выгодно. И вот смотрите, если вы, например, возьмете любой, положите в корзину, ну, если вы зайдете на любой, например, какой-то вам нужен, ну, например, набор кисточек вам нужен, да, и здесь предлагается тоже комби скидка, вы можете положить в корзину, вот сюда нажать, добавить оба. И у вас в корзине, например, я спонжики положила, например, да, спонжики выходят со скидкой 2,62, и крем для рук с марулой и ши органовым маслом, маслом ши, за $1,45 получается. Так что вот такие еще есть скрытые скидки. Вот так выглядит вот эта готовая уже ссылочка. Это я показываю в своем. У меня есть группа ВКонтакте, заходите, тоже ссылка есть под видео, вступайте в группу мою, потому что я
почему вступайте? Потому что я каждый день добавляю новые скидки, какие я нахожу. Вы можете быть информированы, потому что в группе я делюсь с новыми какими-то скидками, скрытыми, открытыми скидками. Не забывайте заходить в раздел новинок, тоже классно здесь показывается все, что добавляется новое на сайте. Что-то я уже, например, попробовала, я вот заказывала недавно, рассказывала вот об этой кисточке. Мне она очень нравится, я ей пользуюсь, сейчас ее нет в наличии, а так бы ее заказывали, потому что я ее показала, рассказала о ней. Классная кисточка такая, она плотно набита, это Абделиум кисточка, я пользуюсь, мне очень нравится. У меня сейчас, я буду на днях снимать видео, пришла посылка с этой Ахирп, и вот у меня сейчас идет переписка со службой Ахирп, потому что я обычно снимаю на видео, а эту посылку я решила, она была поздно вечером, я ее забрала, освещения не было. Я увидела, что она заклеена, все нормально, не повреждена. И когда вскрыла посылку, у меня вот такая проблема. 4 недостачи, 4 продукта, которых не хватает. Где-то в общей сложности на $27. И вот я сейчас переписываюсь уже несколько дней, поэтому не снимаю видео. Даже нет как бы желания снимать, потому что нет информации. Не отвечает ни одна служба поддержки, ни другая. В чате на английском языке даже уже списывалась, тоже сказали, напишите на почту, сбросьте там фото. А фото какое? Фото того, что есть, только чего нет, фото я не могу сделать. Я еще добавила письмо сегодня, выслала, нашла вес посылки, там они заклеивают, Боксбери заклеивает реальную как бы наклейку Ахирба. В общем, целая сейчас у меня такая проблема, поделюсь как бы своим таким переживанием. Еще заходите в раздел True and Save, это пробников раздел. С переводом он вот так выглядит, попробуйте сохранить. Я в Google Chrome хожу, мне нравится. Я не выставляю русский язык, он мне все переводит прекрасно. Я читаю на английском отзывы, так что я вам советую в браузере Google Chrome просто выставить переводчик, и все будет вас переводить. Вот. Сейчас можете взять детскую гомеопатию крема с календулой, арникой по 10 центов и тому подобные вещи. Жвачки еще есть в наличии, всякие пробники. Сейчас в разделе пробников еще висит вчерашняя дневная скидка, серум. Вроде там такие хорошие отзывы. Но вчера он стоил 9,99 и быстро закончился. Видимо, какое-то стояло ограничение. Разобрали его быстро. И он до сих пор остался в пробниках, но уже по цене $20, почти 19,95. Ну, отзывы очень хорошие на него. Возможно, еще будут на него скидки, так что попробуем. Вот такая информация. Я под видео оставляю ссылочку на вот этот промокод. Мой купон на скидку будет, и промокод уже по этой ссылочке у вас сразу появится в корзине. После того, как вы что-то в нее добавите. Если она у вас пустая, то вы не сможете, конечно, в корзину свою попасть. Поэтому добавляйте что-то в корзину, переходите по промокоду, или переходите по промокоду, добавляйте что-то в корзину, и вы увидите у себя в корзине 10%, даже не 10%, а 20% скидку. 10% от меня по моему купону SJS024. И еще 10% по купону YearEnd10. 20% скидки. И еще у вас будут дополнительные скидки. До среды идет, до завтрашнего дня у нас идет еще скидка на 20% скидка. Еще дополнительная у вас будет на вот эти все продукты. Frontier специи, овсянка, на запоры. Это получается на промывка носа, системы промывки носа. Спорт питание, детское питание, Плюм. И еще марка, это витамин Е натуральный, это Кофирол. Такая марка тоже. 20% скидка. Сейчас проверим. Проверим, суммируется ли эта скидка с 20% скидкой. Сейчас посмотрим, что у нас оно покажет. Получается, дают 20% скидку. Вот, 2,95 будет, например, вещь, которая 3,69. И по промокоду, получается, по промокоду у вас скидки недели не действуют. Вот что еще надо сказать. И по промокоду идут только товары, которые, ну, не идут сейчас по акции недели. Все остальное у вас будет то, что, например, не подлегает скидке 20%. Например, ну вот хороший, например, есть такая Бах марка. Это получается такой был доктор Бах.
Бэтч вообще пишется, ну, вроде как доктор Бах называется, это у него были, он создавал травяные эссенции, которые по всему миру, в Европе они известны, они как хорошо действуют на нервную систему, на психику и действуют как бы на здоровье очень хорошо, то есть в основном да, вот я добавила, сейчас нашла такое, как бы конфетки такие, смотрите, 6,92 стоит, 50 грамм. Здесь, как бы, я так поняла, это от стресса. Успокоительные такие, как бы, желейки, я так поняла, по отзывам. Вот. И, ну, наверное, как гомеопатия, но, ну, гомеопатия не проходит, в принципе, видимо, в Украину. Я ее не смогу заказать, надо будет проверить. Да, по-моему, я не смогу доктор Бах заказать. Сейчас проверим. Вот, кстати, еще интересная информация. Если вы проживаете в Украине, например, в Россию, вы можете заказать гомеопатию. Я сейчас рассказывала про марку «Доктор Бах», но не поменяла страну. Если вы выставите свою страну, тогда вы точно узнаете, что доступно для вашей страны, что недоступно. У нас в Украину запрещен ввоз гомеопатии, поэтому мы, если что-то нам надо, мы заказываем через посредников или склады посредников, или девочек, которые заказывают через эти склады. Я еще так не делала, нет у меня такого ничего первостепенного. Но, в принципе, есть ряд, чего я не могу заказать. Например, лак, мой любимый минерал «Фьюжн». Вот гомеопатию не могу. Еще хороший на сайте есть аспирин. Я его вот нашла, этот аспирин. Получается, здесь 81 миллиграмм. Маленькая дозировка. Кто еще его не знал, советую. Я сейчас видео о нем не могу рассказать, так как не могу себе заказать. А так, многие, наверное, не знают его найти. И даже если аспирин, тяжело его найти, даже если аспирин ввести, он не сильно выскакивает. Здесь, получается, за 4,50 вы получаете 300 таблеток по 81 миллиграмму. Если вам надо небольшое количество дозировки аспирин, вам надо на постоянной основе принимать, то, конечно, это классная вещь. Но в какой-то момент нам его перестали отправлять. Вот если я его положу в корзину, смотрите, что, как это выглядит. Если увидите такую красную полосу, вот пишет, этот продукт недоступен для выбранного пункта назначения. То есть вот гомеопатия, аспирин вот этот недоступен. В общем, переходите по вот этой ссылочке, которую я оставлю под видео. Здесь зашифрован уже код, скидка зашифрована 20%. Если вы перейдете по этой ссылке, вы сразу попадаете в свою корзину, и этот код у нас активировался. Если вы перейдете по этой ссылке, можете просто доложить в корзину, чтобы свыше было $40, тогда вы увидите еще 10% скидку дополнительную. Вот, не пугайтесь, если его нет, значит, у вас просто недостаток, недостаточную сумму наложено в корзину. Вот у меня $52. Так что все, код появился. Вот такую информацию я хотела вам сообщить. Спасибо за внимание. Буду информировать и дальше. Что-то интересное, если появится. Сегодня у нас, получается, предпоследний день скидок недели. До среды вы можете заказывать вот эти марки, о которых я рассказала. Очень классная марка Frontier. Специи. Заходите, берите. И даже есть некоторые марки, некоторые виды товара, которые скрытые ссылки. Я вам тоже под видео оставлю, потому что сейчас на кисти тоже скидка идет. Вот, если что-то вам нужно из этих разделов, которые заканчиваются на этой неделе, 20% скидка, то заходите в раздел недельных скидок и набирайте. Спасибо за внимание, спасибо, что посмотрели это видео, спасибо, что подписываетесь на мой канал и следите за новостями. Скоро я сниму видео о своей новой посылке, потому что у меня еще одна посылка в пути, сегодня отправили. Спасибо за внимание, всем здоровья, до свидания.